Безопасность, уют и тепло – вот что дарят нам близкие люди. В первую очередь это, конечно, наши родственники. Семья Трубицыных-Алешинских живет в Видном уже много лет. Их можно назвать по-настоящему дружными. В День семьи, любви и верности они стали 26-ми участниками проекта «Стихи живут повсюду». Очень маленький мальчонка встретил очень бойкую девчонку. Когда они выросли и поженились, они нисколько не изменились. Очень симпатичный папа. И очень озорная мама. Шли годы, осень на смену весне, и у них появились... Морщины, седины, пенсне. И теперь они уже не юноша и девушка. А очень бабушка и дедушка. И рассказывают сказки в креслах, сидя рядом. Очень маленькие внучата. Клавдия Павловна и Виталий Николаевич счастливы в браке уже 42 года. Искра любви теплится между ними до сих пор. И это очень заметно по глазам женатой пары. Сегодня они те самые бабушка и дедушка, обладатели большой и веселой семьи. Их дочь Тамара вышла замуж за Сергея 19 лет назад и подарила родителям озорных и совсем разных внуков – Илью, Вику и Леру. Через шутливое стихотворение Сабгира все вместе они постарались передать главный посыл нынешнего праздника. Семья будет с тобой всю твою жизнь. В чем-то поддержит, переживет с тобой все радости и невзгоды. Мне очень хотелось, чтобы старшее поколение, среднее и младшее, вот все были вместе, все были объединены каким-то интересным делом. Ну, собственно, в хорошей семье так оно и бывает. Семья – это и есть то дело, которое объединяет и сплачивает людей. Сегодняшний праздник – замечательный повод собраться с родными, проявить особенную заботу о близких. Ведь правильно говорят, вся семья вместе, так душа на месте. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.